Союза защитный канат весной 2016 года. И от лица всего нашего коллектива просто поздравляю. События. Максим, потише. И будущее желаем вам успехов в спорте, не только в спорте, в жизни, в образовании вашего будущего. Старайтесь вперед, старайтесь, когда после падений и поражений быстро подниматься, быстро восстанавливаться. И пусть для вас бильярдная школа и соревнования такого масштаба для вас будут хорошим уроком. И пусть эти знания, которые вы получаете за счет вашего обучения, развивают вас выдержку характера. Чтобы вы становились смелее, сильнее, решительнее. Давайте проведем сейчас награждение. Начнем с самой детской младшей категории. Так, третье место в детско-юношеском чемпионате Харьковской области занял Исенгулов Ренат. Подходи, пожалуйста. Ренат, посмотри на меня. Ренат, посмотри на меня. Давай. Поздравляю. Третье место в детско-юношеском чемпионате Харьковской области по спортивному бильярду награждается Артем Овчаренко. Второе место в детско-юношеском чемпионате Харьковской области по спортивному бильярду награждается Михаил Нец. Подходи к нам. Мне кажется, ты будешь комментатором. Будешь комментировать матч в ноябре месяце? Да. Да? С микрофоном? На камеру? А кто-то видел интервью с этого ребенка? Нет. Нет? Ты же ребенок, который забил миллион шаров. Да? Миллион ты забил? Это шаров? Три миллиона. Скажи, грамотно. Подходи к ребятам на награждение. Миш. Да. Это все тебе. Вернись, Миш. Ну вот это все. Это ты сходишь сходить, может, кинопиар. Куба, маленький. Я его не могу удержать. Давай, ки. Давай, держи. Ничего страшного. Держи кубок. Все. Вот. Ребят, если вам сложно держать, можете положить. Вы надеваете или вы столики. Всем спасибо. Возвращайся обратно в строй. Сейчас будем фотографироваться. Мы чемпионом 2016 года в детско-юношеском чемпионате Харьковской области по спортивному бильярду. Становится Котляр Артем. Подходи к нам. Вы понимаете, что в истории попали? Да? Во-первых, история школы бильярда, во-вторых, история Федерации спортивного бильярда в Харьковской области. Давай, будь молодцом. Это твой второй турнир. Для второго турнира, я считаю, результат очень достойный.
Я просто высоко поднялся. Сначала на прошлом турнире я был на последнем, а теперь на первом. Тебе сколько лет полных? Ну, полных 7. 7? Ты понимаешь, что ты через 2 года уже переходишь в другую возрастную категорию? Угу. Там ребята посильнее. Да, надо готовиться. Да, готовиться. Да? Держи, грамотно. Так, поаплодируем. Итак, категории 2008-2010 года рождения награждается София Резник. Но занято 3-е место. Дискринская чемпионка Айка Стоп. Спортивный. У тебя сколько медалей уже? 6. 6 медалей? А сколько третьих мест? Много. 3-е место, скажем так, не самое обидное. Обидное 2-е и 4-е. Ну, так как бы принято. Все-таки ты же 3-е место, это полуфиналист. Соответственно, практически финалист. Ты не расстраивайся, все впереди у тебя еще. Тебе сколько полуфиналистов? 8? 7? Ничего, у тебя 2 года еще есть, чтобы для того, чтобы ты в своей возрастной категории все. 1-е место. Тебе, наверное, с мальчиками тяжело? Да? Ты не обращай внимания. Я думаю, что у тебя есть все для того, чтобы ты работал. Все, ручки есть. Да? Самое главное, не боли. И стремись. Просто не опускай руки, стремись. И все. Я руки не опускаю. Впереди соревнования. Руки, и где-то кровать. Ребята, давайте наградите. В чемпионате Харьковской области по спортивному бильярду занимает Данил Ельец. Это ученик школы Ариана. Поздравляю. В первую очередь, хочу пожелать, чтобы твоя школа развивалась как можно шире, чтобы ребят было больше, чтобы тебе там было интереснее, комфортно. Сколько у вас сейчас учеников? 4. Ну, чтобы было 40, как минимум. Тогда тебе станет очень интересно. Наградите тебя, пожалуйста. Так, вот наш танк Гуралев, выходи. Я его так называю танк. Тебе не обидно? Переезжать все. Ну, характер просто у тебя вообще такой решительный стал. И последний год прибавил, конечно. Но есть он у тебя одно. Ты очень часто встаешь в тревоге, да? У меня была идея вообще вчера в турнир ввести правило такое, штрафовать за вставание при ударе и за поднимание кия с моста. Вот, и, ну, ты тут сам и вставаешь. Надо, родители, просто внимание, если когда-то вы играете со своими детьми, следите внимательно, чтобы дети ваши не вставали при ударе, потому что это, скажем так, паразитирующая привычка, которая разрушает вообще всю технику. Следите за этим внимательно. И хочу поздравить тебя, ты закончил свой последний турнир правой рукой. Это человек левша, а он с 2,5 лет играет правой рукой. Начиная со следующего турнира, у тебя будет первый турнир, где ты будешь играть левой рукой. Договорились? Держи грамоту. Поздравляю.
На занятое третье место в категории 2007 года рождения награждается Исаев Владислав. Очень перспективный молодой человек. Для второго турнира. Да, для второго турнира третье место — это хороший результат. Ты стремись, у тебя есть кому стремиться, когда ты занимаешься вместе с Никитой, с Владом, с теми ребятами, которые зашли, которые тоже призовые места занимают. Да. Занимайся с ними, скажем так, в одно время есть возможность подтянуться очень быстро. Держи грамотно. Лет, потом посмотрим. Третье место в категории 2005-2007 года рождения награждается Гуралиев. Молодец. В категории за занятое второе место награждается Никита Михей из Каймурского чемпионата Харьковской области среди детей 2005-2007 года рождения. Я скажу следующее. Я считаю, что вот в этой возрастной категории все-таки у Никиты самая правильная техника из всех ребят. Ты меньше встаешь, меньше поднимаешься. У тебя хороший вин, хороший чужой. Надо подтянуться. Да? И в последние полгода очень заметно, что ты стал поувереннее. У тебя в глазах появился такой холодок, поменьше расстраивайся, да? Ну, стремись. Знаешь, что для тебя спорт не безграничный. Стремиться есть. Понятно? Поздравляю. Награждается Владислав Герасименко. Заходи, пожалуйста, за первое место. Ну а тебе что сказать интересного? Появился с нами недавно. В нашем кругу тебя называют чемпионом. Ты курс? Знаешь за что? За что у тебя в глазах горит огонь. И видно, насколько тебе вот бильярд, насколько он тебе интересен, насколько ты стремишься. Молодец. Смотри, не перегори. Да? Никогда не став границу в развитии. Да? Ты будешь сейчас расти, у тебя будут расти пальчики, будут расти руки, будут расти позвоночник. Станешь выше. И первым делом, что тебе нужно делать, подтянуть твой пятку. Как только ты технику свою потянешь, у тебя все подтянется. На три головы сразу же расти. Поздравляю. Аплодируй. Есть у нас еще мальчик Ярик Барановский, Игнат. Невозможно тебя не наградить. Это был первый турнир, да? А в первом турнире у нас проигравших нет. Сколько тебе лет? 4 года, да? Миша, а тебе сколько лет? 5. Значит, через полгода в ноябре тебе придется открыть турнир и разбить пирамиду. Подготовились? Держи, мы награждаем тебя тоже.
маленькое такое объявление. У всех призеров есть такой конверт. В конверте, уже запечатал там, да? В конверте лежат наши бильярдные деньги. Называются они Пуши. Эта программа Пуш, она уже работает в бильярдной школе не менее 3 лет. Значит, что это даст вообще, да, для ваших детей? Ну, во-первых, как бы эти деньги бильярдные, они могут потратить в бильярдном мире, заплатить за занятия, купить себе кий, отремонтировать кий, поучаствовать в турнире каком-то, купить какой-то бильярдный аксессуар, сходить на спортивные сборы бильярдные, да? Но в большей степени мы их ввели для того, чтобы дети стали более финансово грамотными. То есть это те деньги, которые для них... То есть больше у них денег, бильярдных нет. Вот у него есть, к примеру, 10 кушей, и больше денег нет. И раз в месяц, в году у них проходит такая игра. Ну, расскажу немножко предысторию, да. То есть было родительское собрание 3 года назад. Родители, просьба всем внимания, тишины. Родители задали вопрос. То есть, Костя, ну мы же понимаем, да, все-таки бильярд – это игра коммерческой основе, да, то есть что делать для того, чтобы ребенок не стал азартным, да, и потом в будущем не стал играть деньги, проигрывать деньги, на которые как бы он не имеет права проигрывать, да. Поэтому вопрос был такой: можно научить быть финансово грамотным, а можно ему этому не учить, как бы, да, и не отвечать потом за события, скажем так. Поэтому мы решили все-таки научить детей быть финансово грамотными, чтобы они знали, какие деньги можно разыграть, какие деньги нельзя разыграть. Поэтому здесь, ну, на данный момент времени репутация школы бильярда учеников не испорчена ни одним учеником. Ни первым выпуском, ни вторым. То есть нет вообще такого ребенка, который закончил бы школу бильярда, и о нем ходили слухи о том, что он там проигрывает что-то там и так далее. Итак, сейчас фотографируем. Давайте сделаем сейчас общую фотографию. Потом призеры. Со всеми, с каждым я готов сфотографироваться, с родителями и на память. Вот, у нас есть несколько интернет-носителей, где вы можете потом посмотреть эти фотографии. Это сайт «Бильярд в Харькове», сайт «Бильярдер». Здесь, в этом зале, мы обязательно оставляем фотографии, где, когда дети вырастут, может приехать посмотреть все-таки на эту историю. Ну что, фотографируемся? Давай. Правильный план. Миша, ну вот правильный.